Рузвельта и Черчилля. В течение 8 дней ежедневно за круглым столом собирались руководители 3 великих держав, решая вопросы завершения разгрома нацистской Германии и установления прочного мира. На конференции были поставлены и решены следующие вопросы. Разгром Германии, оккупация Германии и контроль над ней, репарации с Германией, вопрос о конференции Объединенных Наций. Он постарел, не правда ли? Была составлена и подписана декларация об освобожденной Европе. Был подвергнут всестороннему и плодотворному обсуждению вопрос о Польше. Мне кажется, что нет. Югославии. Были установлены принципы и сроки для совещания министров иностранных дел. На конференции было решено также, что сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы союзников на основе более тесной, чем это было когда-нибудь раньше, координации военных усилий нанесут в полностью согласованные сроки новые, еще более мощные удары в сердце Германии. Какая идея? С востока, с запада, с севера и юга. Так было решено на конференции. Ну, это все-таки постарел.